Звістка про те, що на Київ упали перші бомби, дуже швидко поширювалась іншими містами. Близько 10 ранку керівництво Дніпропетровська отримало телеграму з Києва. У ній йшлося про те, що опівдні по радіо передаватимуть важливе повідомлення. Тож усього за кілька годин на вулицях і площах міста, на заводах і залізниці налагодили роботу радіоточок. Вийшов на балкон, а балкони такі були, ну, на дві квартири. Стоят соседи там и говорят: «Слава, сейчас будет выступать кто-то из правительства, война началась». Ну, как-то радостно, война началась. Ну, подумаешь, с финнами воевали, с поляками воевали, победили все. Ну, послушай. Молот-то выступал, сообщил о том, что началась война. Ну, конечно, Господи, такое бравурное настроение у мальчишки. 14-летнего. Побьем их. Жители города вспоминают, 22 июня 41-го особенной паники в городе не ощущалось. Разве что военных на улицах стало больше. В тот день в кинотеатрах даже все фильмы демонстрировали по расписанию, а в местном театре шел спектакль. И только на второй день войны в Днепропетровске стало по-настоящему неспокойно. А потом, когда через несколько дней на Запорожье налетели самолеты ночью немецкие и бабахнули бомбы, а за нашим домом проходила линия высоковольтных передач от Днепрогесса на заводы Запорестали. И это в какую-то опору, эту высоковольтную, попала бомба. И такая ослепительная вспышка была. Видимо, как то над Японией от атомной бомбы. И ужас одолел, вселился. Трясти началось, расстройство желудка началось. Мы все попрятались уже в щели, выкопали, в каждом дворе были выкопаны такие щели, окопы, покрытые стальными листами, засыпанные землей. Позабывались туда, и як цутаки тремтили от страха. Вот это началась реалия войны. 22 июня 41-го вся страна была прикована к радиоточкам. Речь наркома иностранных дел Советского Союза Молотова закончилась словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». І голосом цієї далекої перемоги став диктор Юрій Левітан. Пізніше того ж дня він ще раз прочитав звернення до радянського народу і потім щодня повідомляв про радіо про перебіг війни. Для Гітлера він був личним ворогом. За Левітана нацистська Германія назначила викуп в 200 тисяч рейхсмарок. Ким він був? Совєтський диктор, якого ненавиділи і боялись фашисти. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Голос Юрия Левитана, прочитавшего это сообщение утром 22 июня 41-го, на ближайшие 4 года стал голосом войны. Все сводки, начинавшиеся словами «от Советского информбюро», заставляли миллионы людей замирать у радиоприемников. Левитан еще в юности мечтал стать актером, сниматься в кино. Он приехал поступать в Москву из Владимира и провалил экзамены, но в родной город не вернулся. Решил остаться в столице. Ночевал где попало, брался за любую работу. А спустя несколько месяцев ему попалось объявление о конкурсе дикторов радио. Я пришел на радио, но ужасающее оканье было. Ну, я был, конечно, малообразованным парнем из Владимира, только что приехал. И меня комсомол поддержал, послал меня учиться, чтобы получить высшее образование, набраться культуры. Сказали: «Юра, говорит, у тебя голоса больше, чем культура. Говорит, пойди учиться». Радио дело только в голосе. Нужно образованным быть. У нас же такие вот передачи. Но я с 36-го года поступил в театральную школу имени Щукина. Редколлегия радиокомитета сразу разглядела в юном Левитане большой потенциал.
Поначалу ему доверили быть дежурным на радио в отделе выпуска. Через 2 месяца разрешили озвучивать новости, вести концерты в ночных эфирах, а после и литературные программы. В 1934-м Левитану доверили важное поручение – прочитать по радио отчетный доклад Сталина. За 4 часа эфира молодой диктор ни разу не запнулся, не снизил темпа, не сделал ни одной оговорки. После этого 19-летний парень стал главным государственным диктором. С первых дней войны Левитан стал голосом будущей победы. И хотя он ни разу не брал в руки оружие, Гитлер считал его одним из главных врагов Германии. Немецкое командование обещало 200 тысяч рейхсмарок тому, кто доставит Левитана в Берлин. Но главный голос страны усиленно охраняли. Специально распускали ложные слухи о внешности диктора. Когда он шел на работу и возвращался домой, за ним всегда следили. 8 мая 45-го. Этот день был каким-то особенным. Все ждали чего-то важного. Дверь в дикторскую радиокомитета не закрывалась. Коллеги постоянно спрашивали у Левитана, когда, ну когда же, но ничего не было. Левитан начитал вечерний выпуск и ушел домой. Вдруг посреди ночи поступает распоряжение. В 2:00 концерт закончить, 3 раза объявить о важном сообщении, подключить все радиостанции и передатчики страны, давать позывные до 2:10. Помните, как мы все ждали сообщения о конце войны? Никто из нас не выключал даже радио ночью. Звонки телефонные со всех концов Советского Союза. Товарищи, передавайте о конце войны, не томите же людей. Мы и сами волновались и ждали. Ровно в 2:10 в радиоэфире зазвучал голос Юрия Левитана. Это был голос победы. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Война против немецко-фашистских захватчиков победоносно завершилась. Через 20 лет после победы Левитан записал военные сводки Информбюро для истории и даже получил звание «Народный артист СССР». Это был уникальный случай. Впервые такое звание присвоили радиоведущему. На пенсию он пытался писать мемуары, но память сохранила не так много событий, только самые важные. Много мы прочли вам десятки, сотни тысяч страниц за долгую жизнь микрофона. Но вот эти несколько страничек о нашей победе поистине не забудется никогда.